Ребят, и на будущее. Если вы хотите развиваться и действовать, возраст роли не играет. Можно приходить в любом возрасте. И у каждого массажиста создается свой конек. Можно быть выше учителя, если вы этого достигнете. Но можно все-таки учиться и продолжать. И у каждого есть массажист свой конек. У Олега раз, два, а у меня рука леопарда. Я вас приглашаю сюда. Учитесь, развивайтесь и приносите добро людям. И еще раз вам повторяю. Приходите сюда, учитесь, развивайтесь, повышайте свои навыки. Если честно, Олег вам преподнесет все очень шикарно и с большой энергетикой отдаст вам все свои чувства. Вы получите то, что нужно дальше развивать, совершенствовать и доносить это до людей. Ученики Олега тоже специалисты. Верьте, надейтесь, но прежде всего приходите сюда, на наши тренинги.